господа, мы видим сейчас зайца, который показывает нам дорогу. Это заяц-путеводитель. Заяц-GPS. Но на всякий случай у нас есть запасной вот такой вот. Если вдруг зайцу надоест показывать нам дорогу. Это Алексей, наш водитель. Он только что получил права, он никогда в жизни не водил машину. Это Василий. Привет. Помаши рукой, Василий. А это самые сложные 15 километров.